спасибо большое, что Турция наконец-то открыла свои границы для русских туристов. Билет было достаточно легко купить, но быстро все билеты разбирали. Купила напрямую через турагентство. Купила через 10 минут, когда узнала, что открывают Турцию, и уже почти не было билетов. Турция – прекрасное место для отдыха. Я уже здесь не впервые, то есть место прекрасное. Прилетела в Кемер, то есть все прекрасно, чудесно. В этом году первый раз, а в том году в связи со сложной ситуацией нигде не отдыхали. Но вообще в Турцию любим, приезжаем, отдыхаем.